Кукаев, ребята, меня зовут Рисман, и сегодня я вам расскажу, как сделать вот такой вот крутой компьютер в Майнкрафте без каких-либо модов. Ну, крутой, конечно же, в кавычках, потому что он выглядит очень старо, но все же является такой красивой декорацией. Ну что ж, давайте приступим, я вам покажу, как его сделать. Для начала нам необходимо взять командный блок, установить его и вставить в него команду, ссылка на которую оставлена под видео, точнее не ссылка, она сама вся оставлена под видео. Ну а затем надо активировать командный блок. Но если мы его активируем, наш компьютер появляется в воздухе и висит в трех блоках от нашего командного блока. Тут вы здесь можете поиграться, допустим, сделать, чтобы компьютер появлялся справа, спереди, сзади или где угодно, но это уже с координатами, думаю, вы сами разберетесь. Вот я активирую, и он появился с другой стороны. Тут иногда также появляется крипер вместо винды, но что-то я не разобрался, как это сделать. Но если вы разберетесь, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Ну что ж, как вы видите, они висят в воздухе, но это не очень круто. Для того, чтобы они не висели в воздухе, мы еще раз установим наш командный блок, вставим в него команду, и теперь в радиусе третьего блока мы установим какой-либо блок, на котором будет у нас стоять компьютер, допустим, бревно. И если мы активируем наш командный блок, в котором установлена команда, то наш компьютер, блин, появится не с той стороны. Сорян, я не туда поставил блок, что-то я затупил. Компьютер можно убрать вот таким вот образом, можете его просто закопать, чтобы не было никаких проблем с его добычей, хотя его можно и просто правой кнопкой взять в инвентарь. Давайте еще раз активируем, и как видите, наш компьютер стоит на бревне. Также вся эта байда не работает без вот этого ресурс-пака, который называется Decor Plus, ссылка на него также оставлена под видео. Ну что ж, ребят, вот такой вот прикольный компьютер в Майнкрафте. Кому он понравился, обязательно ставьте лайки и пишите в комментарии, что бы вы хотели видеть в следующих видео в Майнкрафте без каких-либо модов. Ну а с вами был я, Рисман. Всем удачи, всем пока.